И вновь ярмарка. Первая весенняя сельскохозяйственная после длительного пандемичного перерыва пройдет в железнодорожном районе Ульяновска 27 марта. А поскольку ограничительный режим действует до конца месяца с нюансами безопасности, допустимое расстояние между торговыми точками не менее 1,5 метра. Для всех продавцов обязательно термометрия и соблюдение масочного режима. Всего на весну запланировано 5 ярмарок на различных площадках Ульяновска и Димитровграда. Заключительная предпасхальная состоится 24 апреля в Заволжском районе. Едим по-единому. В недалеком будущем в регионе появятся общие стандарты питания, которые будут действовать во всех лечебных учреждениях города и области. Внедрению системы предшествовал длительный жалобный период. Пациенты часто жаловались на низкое качество завтраков, обедов и ужинов. Создание специальной рабочей группы, утверждение конкретных норм, постоянный контроль качества. Алгоритм предстоящих перемен уже озвучил региональный Минздрав. Проверить зрение во Всемирный день борьбы с глаукомой. Бесплатную возможность посетить врача-офтальмолога ульяновцам дарит Центр общественного здоровья. Во время консультации вы сможете узнать состояние органа зрения, измерить внутриглазное давление и при необходимости подобрать очки. Обследоваться можно 6 марта с 8 до 12 часов по адресу улица Гончарова, 4. Внимание! Требуется предварительная запись по телефону 8 84 22 32 58 08.